Всем привет! Как облегчить себе труд по уборке кухни? Ни одна кухня не обходится без этой помощницы. Это губка. Идея продырявить губку ко мне пришла после того, когда я купила пластиковую подставку. С губки постоянно стекает вода, попадает в подставку, время от времени приходится ее мыть. К тому же, влажная среда создает идеальное условие для размножения бактерий, если хранить губку просто на раковине. Итак, для этого лайфхака мне потребуется губка и нож. Ну и, конечно, немного аккуратности, так как проткнуть грубый слой губки не так и легко, поэтому нужно быть осторожнее. Аккуратно прорезаю ножом отверстие в центре, со стороны мягкой части губки. В итоге должно получиться вот такое отверстие, чуть больше толщины большого пальца. Далее, после того, как помою посуду, отжимаю губку и одеваю на кран, вот таким образом. Так губка не теряется, не намокает лежа в подставке или мыльнице и всегда на виду. Если вам понравилась идея, буду рада, если поставите лайк за старание. А если подпишетесь с колокольчиком, тогда о выходе новых видео вы узнаете самое первое. Всем спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока!